Всем привет! Меня зовут Ольга, я живу в Черногории, в городе Бари. Смотрите, хочу вам показать, как туристам уступают место. Вот, допустим, машины. И они все уступают. Пошли! Ни один не сигналит, не орет, не давит. Все очень вежливо. Вот это я прям обожаю в Черногории. Чувствуешь себя здесь человеком. То мы были в Турции, это капец был. Нас вообще никто не хотел пропускать. Мы шли на зеленый по пешеходному переходу, и нам все сигналили, что мы вообще растворились. Мы всем мешали. Поезд едет. Мы сейчас с Глебом спустились на пляж. Поплавали немножко, вода очень холодная. Если вы едете в данные дни в Черногорию, то знаете, что вода ледяная. Просто ледяная. Особо не покупаешь. Смотрите, какие девушки с красивыми прелестями. Я не хочу пока, попозже. Не хочу. Воды не будет. Ничего, купим. Внизу ветер, а наверху у нас дома нет ветра. Классно отдыхают. Аж завидно. Хочется тоже стать туристом, привязать гамак и спать здесь днем. Картинка красивая, да? Классно. Экипаж, скажи всем привет. Всем привет. Сегодня мы после купания мы купались, холодная вода была, вам мама сказала. Мы сейчас идем на батут делать сальто. Покажи, как ты подстригся вчера. Вот, а две линии покажи. Вот. Красавчик. Мамин красавчик. Такие у нас новости. Пик сезона продолжается, народу уйма. Машин много. В магазине вообще не протолкнуться. Заходишь и уже выйти не можешь. Много народу. Мам. Сюда. Мусорки вот не успевают убирать. Вот. Смотрите, мы стоим в кафе-барке. И здесь подплывают вот все кораблики. И потом они отплывают в Гудвон, в Сингапуре. То есть мы здесь у кафе-барка. Видите, барка. Вернулись